Так, слушается ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражу в отношении обвиняемого Сенцова. Федеральная служба беспредела вашей страны умеет очень хорошо крупными белыми стежками шить дела. Я уверен, что 10 апреля у меня представится очень красиво аккуратное дело, где я буду заглянуть 20 лет однозначно, потому что этот срок мне назван еще в первый день до моего официального даже задержания, что будет 20 лет, и это уже решенный вопрос. Про это постоянно говорится, мне, моим адвокатам намекается, что у меня будет очень тяжелая, интересная жизнь в лагере, если туда вообще доеду, меня нет, не приду, что по пути. Но я не боюсь уже этих угроз, намеков, как я уже говорил. И этот срок 20 лет, ну, мне не страшно. Потому что я знаю, что эпоха отправления правого карлика в вашей стране закончится раньше.